закидаешь, потом немножко подсветлим. Голубой корешок. Да, просто закрасить. А в этот же голубой коричневый будет... Да как раз она подходит. А, ну да. Помыла ее где-нибудь здесь. А дальше голубой коричневый. Вы сейчас акварель надумаете? Сейчас, сейчас. Накидаешь, накидаешь. А темноту, после того, как ты это все раздавишь. А даже не будем сегодня. А темноту будешь загонять штриховательно. Вот она. Вот она. Вот она. Хорошо? Да. То есть вот это сначала создаешь, потом так, и давай посмотрим, как бы я делал вот это. Ну, сама идея хорошая. Да, да, да. Слишком уж они одинокие, во-первых. Ну да, хочется как-то немножко объемнее. Больше. Это же получается калина. Их толщина. Толщина их несколько больше. Ну давайте немножечко. Вот так красиво, да? Да, так по объему. То есть это наштриховано по этой траектории, а уходящее естественнее иметь наштриховку по высоте. Чуть что, маленькие намеки на этажи. Чуть что, чуть-чуть. Согласна, да? Да, лучше. Более геометрично. Да, так как-то более получается. Немножко не рассчитала. Так. Ничего. Сейчас. Пятно темное. Акцентнее, да? То есть ты хорошо акцентно. А можно оставить вот эти два такие? Можно, можно. Давайте оставим, можно, да? Потому что вот я, чтобы они не были одинаковы. Мне нравится, когда все-таки идет как более. А, машинку мою закрасили. Ну, ты же уже сделала по-своему. Теперь давай посмотрим, хорошо, как давайте, бы я. Как бы было, хорошо. Это ценно. Ну, здесь оставьте, пожалуйста. Да, это арбата. А, машинку вырезаем. Да? Сначала на макушках. На этом капоте, на крыше. А, вот так. Шарочки. Так.
там у него почти не отражается, но мне кажется, что отражение это всегда. Я обожаю. Здорово. Отражение, воду. Отлично. Ну вот машина какая-то. Чуть бликует свет на вот этих плоскостях. Не расставляет так. Вот, допустим, здесь они едут фарами к нам. А там их спинки. Вот они как танки некие. Красные должны быть огонечки. Да. Змеюка такая ползет. Красные глаза. То есть у тебя были расставленные, да? Угу. Смотри, ой, как вообще, это гораздо вообще интереснее. Ага. Вообще другая история. Да. Ну, мне тоже было интересно. У тебя все было хорошо. Ну, имей в виду, да. Собирать в стаи. Собирать в стаи. Ну, и больше. Я просто люблю вот размеры чуть больше стоило. Ага. Как вот, например, сделать эффект, как будто вот мы сидим в машине и дождь идет. И как будто это не мы видим, а как будто из машины. Может быть, пенином облить? Ты знаешь, даже водой можно поливать. Вода будет борозды вынимать. Я вот хочу вот это. Просто вот водой начать капать. Да. Можно, да? Давайте оставим сейчас. Ой, у меня нравится такая картинка сейчас есть. Вот здесь странное место. О! Смотрите. Ой, это моя подруга, Алинка. Да что? Да. Представляете? Она очень популярная девчонка. Между прочим, очень странно. Искала просто вот таких девушек. Да, она очень популярная. Картинка, по-моему, называется «Негритянки». Девчонка, кстати, вот такая. Вечно на столбах какие-то звучки. То есть, чтобы, ну, чтобы столб не был чем-то странным. Может быть, несколько раз дрипать. Ну да, вот как бы чтобы. Ага. Вот так вот хорошо. Ага, вот и надо. Ой, замечательно. Да все, наверное. Вот мне нравится развлечение. Едешь, когда ливень, снимаешь, потом делаешь работу. Так, получается, очень сейчас я тряпочку возьму дальше. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Пенен может слишком большую каплю сделать. Ну, слишком большую борозду. Ну. Или знаешь что, вот есть лак, этот, акриловый, который сохнет моментально. Ага. И можно им поливая, да, они как раз будут застывать вот такими бусинами. Все, акриловый лак. О, даже акриловый лак, да. Ну, отлично. Спасибо большое. Спасибо.